Марк Шагал родился в начале июля 1887 года. Точная дата неизвестна. Возможно, это было 5, 6 или 7 июля. Неизвестно долгое время было и точное место рождения будущего художника. Считалось, что это местечко Лиозново, неподалеку от Витебска. Но недавно было выяснено точное обстоятельство рождения Марка Шагала. Это местечко Песковатики. Художник родился в традиционной еврейской семье. Его отец был приказчиком, и у него была небольшая лавка в Витебске. Мама рассказывала Марку Шагалу следующую историю. Прямо в день рождения в Песковатиках разразился страшный пожар, и молодую маму вместе с только что рожденным младенцем переносили из одного дома в другой. Как вспоминал художник впоследствии, вероятно, именно это и послужило его таким богатым и большим странствием. Российская империя, Париж, Нью-Йорк и снова Франция. Но вернемся к детству художника. Самые ранние годы и самые на самом деле яркие воспоминания – это Лиозно. Первые несколько лет жизни маленький Марк Шагал живет именно там, в большом синем доме. Этот дом принадлежал деду, художника по материнской линии. Дед был скорняком, и Марк Шагал запомнил гигантские какие-то шкуры, которые сушились, запах и, конечно, большой рубленый синий дом. В семье Марк Шагал получает традиционное еврейское воспитание, изучает Тору и Талмуд, и в Витебске заканчивает четырехклассное училище. Но на этом образование художника не заканчивается. Ведь Марк Шагал любил рисовать с детства. Наверное, это логично и естественно. И посещал рисовальные классы лучшего педагога Витебска Юделя Пена. Именно Пен и предрек начинающему художнику блестящее будущее. Решение принято. Марк Шагал едет в Санкт-Петербург. Но откуда взять деньги молодому человеку для поездки в столицу? Конечно, попросить у семьи. В своей книге автобиографии «Моя жизнь» Марк Шагал так описывает этот момент. Художник пришел в комнату к отцу, страшно волнуясь, заламывая руки, и сказал вот эту новость. «Я с другом еду в Санкт-Петербург учиться изобразительному искусству». Что произошло дальше? Опять-таки цитирую автобиографию художника. «Отец». Отец ничего не сказал, но видели бы вы его лицо, как он нахмурился. Сел за стол, заварил чай перед большим самоваром. Выпил несколько чашек, а потом бросил 27 рублей под стол и сказал: «Больше ничего не дам». Но каким же счастливым был Марк Шагал, когда, ползая под столом, он собирал эти деньги. Ведь теперь его судьба решена. Он едет в Санкт-Петербург, и так начинается новая страница в биографии Марка Шагала. Санкт-Петербург, куда поступает Марк Шагал. Он мог бы стать студентом Академии художеств, но не стал и даже не старался. Уж слишком сложная и строгая была там система обучения. Художник поступает в школу при обществе поощрения художеств. Руководитель этой школы был известный живописец Рерих. Чуть позже Марк Шагал переходит в другие рисовальные классы, руководителем которых был не менее известный художник-театрал и художник-символист Леон Бакст. Эти художественные классы в свое время были организованы известной и художницей, и просветительницей, женщиной-меценатом Званцевой. Кардинальное отличие в обучении в школах, где учился Бакст, от Академии художеств
заключалась в следующем. Молодых художников и студентов учили рисовать так, как они видят. Там не было строгой академической системы рисования гипсовых колов, обнаженных натурщиков и классических живописных сюжетов. Именно такой подход и такое обучение и позволило в полной мере раскрыться таланту Марка Шагала. Летом 1909 года художник на непродолжительное время вернулся в Витебск. И тут произошла судьбоносная встреча. Он познакомился с Беллой Розенфельд. Как вспоминал Марк Шагал, всего несколько часов. Непродолжительная беседа, а ему казалось, он знаком с Беллой всю жизнь. Но Белле Розенфельд нужно было уезжать в Москву, ведь она обучалась на курсах Гирье и хотела в будущем стать педагогом, а Марка Шагала ждал Санкт-Петербург, а потом и Париж. Долгие годы они проводят в переписке. Марк Шагал пишет очень нежные и трепетные письма. Пока, наконец, в 1914 году, буквально накануне начала Первой мировой войны, не возвращается в Витебск. Повидать своих родных, близких и, конечно, прекрасную Беллу. В его планах было жениться и увезти свою молодую жену в Париж. Но планам не суждено было осуществиться так скоро. Началась Первая мировая война, и художник остался в Российской империи. Они сыграли свадьбу, и через год, в 1916 году, у них родилась дочь Ида. Летом 1911 года, как я уже упоминала, художник отправляется в Париж на деньги, которые он получил от частного мецената. Поселился Марк Шагал в самом центре Парижа, в легендарном местечке Улей. Именно там снимали мастерские самые авангардные и известные художники того периода. Было время, Марк Шагал даже делил свою мастерскую с Амедео Модильяни. Жили они бедно, но весело. В своей автобиографии Марк Шагал так описывает это время. Хотелось творить, причем много. Денег на холсты совершенно не хватало, поэтому для качества холстов он использовал свои старые рубашки. Что уж говорить, не то что на краски, на еду денег подчас не хватало. Художник очень красочно описывает, часто у него обед состоял всего лишь из одной селедки. Он ее разделял на две половины и сперва ел голову, а на ужин употреблял хвост и оставшуюся часть туловища. Впрочем, парижская жизнь, парижские краски и палитра, и техника художника заметно изменились. Он познакомился не только с Амедео Модильяни, Пабло Пикассо, Робер и Сони Делане и другие замечательные представители парижской школы. Художник даже немножечко начинает увлекаться идеями кубизма. Его посещает и гости из России. Так, будущий нарком просвещения Луначарский, работая тогда журналистом, брал интервью у Марка Шагала и спрашивал, а почему у вас козы летают? Ну, на что Марк Шагал достаточно иронично ответил, что об этом, наверное, нужно спросить у тогда еще, правда, не совсем классиков марксизма, Ну, вот такие были интересные истории. Впрочем, еще что бы мне хотелось упомянуть о французском периоде жизни Марка Шагала. Его поразил цвет. Его поразил цвет французских художников. Он писал и в своей автобиографической книге, и в письмах к друзьям и знакомым, что только здесь, только в Париже он по-настоящему почувствовал, что значит цвет в живописи, как поют краски. Ну, а что же европейские критики? Приняли ли они молодого еврейского художника из Российской империи или нет? Критики его приняли. И уже самые ранние работы парижского периода начинают выставлять различные французские и немецкие художественные галереи. В 1914 году художник
возвращается в Витебск. Я уже рассказывала, его целью было повидать Беллу и семью. Но он надолго останется сначала в Российской империи, а потом уже и в совершенно ином государстве. Революция не позволит ему так быстро вернуться в Европу. Но его найдет письмо. Его найдет письмо из Парижа. Оно будет очень коротким. Твои работы проданы. Возвращайся. Ты знаменит. Годы Первой мировой войны и Октябрьской революции были временем сложным и очень трудным для России. Но, как это ни удивительно, для Марка Шагала это были одни из самых счастливых лет в его жизни. Рядом была жена Белла и их дочь Ида. Революцию Марк Шагал встречает в Петрограде, но довольно-таки скоро вместе с семьей перебирается в Витебск, ведь он назначил уполномоченным комиссаром по делам искусств. В Витебске он открывает художественное училище, куда приглашает самых прогрессивных на тот момент художников. Не забыл он и своего учителя Юделя Пена. В числе прочих преподавателей в Витебском художественном училище будет работать и Казимир Малевич. Именно конфликт Казимира Малевича и Марка Шагала вынудит последнего вместе с семьей вновь покинуть родные пенаты и отправиться только уже не в Петроград, а в Москву. В Москве художник начинает активно участвовать в художественной жизни. Он оформляет различные театральные спектакли и постановки Еврейского камерного театра, а через некоторое время даже становится руководителем интерната для беспризорников. Этот интернат находился в Малаховке. Но время шло, и изменялось отношение власти к художникам-авангардистам. И Марк Шагал чувствовал эти изменения. Все меньше давали заказов, все сложнее было выставлять свои картины. Воспользовавшись ситуацией, Марк Шагал эмигрирует вместе со своей семьей. В 21-м году в Каунасе проходила выставка художественных работ Марка Шагала. Именно из этого города он переезжает сперва в Германию, а потом и в Париж. В 1937 году Марк Шагал получит французское гражданство и проживет во Франции долгие годы, вплоть до того момента, когда Францию оккупируют немецкие войска. Фактически последним пароходом Шагал вместе со своей семьей отплывет в Соединенные Штаты Америки. Но это будет уже совершенно иная страница его жизни. В Соединенных Штатах Америки художник не планировал оставаться надолго, но судьба распорядилась иначе. В 1944 году его жена Белла заболела. Это был обычный грипп. Художник думал, что очень просто найти лекарство, но это оказалось практически неразрешимой задачей. Все антибиотики шли на фронт, поэтому Белла умирает от осложнений гриппа. Сказать, что художник пережил трагедию, это не сказать ничего. Он повернул все свои холсты и картины лицом к стене. Он практически год не прикасался к краскам и кистям. И до конца своей жизни он отказывался говорить о Белле как об умершей. Видя тяжелое душевное состояние отца, дочь Ида решила найти компаньонку. Ей становится Вирджиния Магнил. Она была внешне похожа на Беллу, моложе Марка Шагала и обладала веселым нравом, веселым характером. И действительно, Марк Шагал ожил. В гражданском браке у них родился сын Давид. И вот теперь уже такой большой, дружной семьей Шагал, Вирджиния
Ида и маленький Давид, они возвращаются во Францию. Это будет 1948 год. Но счастье художника оказалось недолговечным. Вирджиния во Франции бросит Марка Шагала, заберет сына и уедет с молодым возлюбленным. Художник впал в депрессию и даже пытался наложить на себя руки. Но вновь любящая и мудрая дочь Ида помогла выйти отцу из этого тяжелого душевного состояния и познакомила его с удивительной женщиной Вавой, так любя будет называть Марк Шагал свою уже третью супругу Валентину Бродскую. 60-е и 70-е годы. Художник, признанный мастер изобразительного искусства в Европе, Соединенных Штатах Америки и даже Советском Союзе. Кроме живописи, мастер активно занимается монументальным искусством и создает прекрасные эскизы для витражей и мозаик. По личному приглашению Шарля де Голля художник расписывает плафон Парижской оперы. Ну и не забываем, что художник стал прекрасным иллюстратором. Бесчисленные его гравюры и литографии сейчас украшают ведущие музеи мира. Кстати, к 90-летию художника Лувр провел ретроспективную выставку его картин. И это был первый случай в истории Парижского музея, когда музей Лувр провел прижизненную выставку мастера. В середине 70-х годов художник посещает Советский Союз по приглашению правительства и Министерства культуры. В Третьяковской галерее была представлена ретроспективная выставка Марка Шагала, а после выставки художник подарил значительное количество своих гравюр как Третьяковской галерее, так и Музею изобразительных искусств имени Пушкина. Во время своей поездки Марк Шагал планировал посетить и Витебск, но, сидя на балконе гостиницы, он простудился и решил вернуться во Францию. Впрочем, простуда, может быть, всего лишь была поводом не видеть разрушенный во время Великой Отечественной войны его родной город. Во Франции он прожил свои последние годы в любви, окруженный своей семьей. Когда был Марк Шагал молодым, есть красивая легенда, что цыганка предсказала ему совершенно необычайное будущее, любовь самой красивой женщины на земле и то, что он умрет в полете. Ну, знаете, на самом деле так все и произошло. Марк Шагал стал самым известным художником европейского авангарда, и ему подарила любовь самая красивая женщина его жизни. И умер он действительно в полете, в лифте, поднимаясь с первого на второй этаж своего дома.